парке «Патриот» состоялось торжественное открытие поискового сезона в рамках областной вахты памяти. В Московской области в поисковое движение вовлечено более 2500 человек. В течение сезона поисковики проведут экспедиции на полях сражений, выставки и патриотические акции, захоронят останки воинов, благоустроят памятные мемориалы. Все вещи солдат, найденные во время поисковых работ, передадут потомкам.